Дома, и и, и, uh, у, и меня у меня осталось около 18 минут, 17 на оценку эволюции генома и клональной эволюции опухоли. Такая тема достаточно распространенная, и я долго думал, что в ней отразить. Ну, может быть, даже ограничимся одним первым слайдом, посмотрим, как оно пойдет. Нет, все-таки двумя. Uh, ну, мне хотелось бы начать uh, с почтением памяти. Феодосия Добжанского, в общем-то, российско-американского исследователя. Наиболее яркие годы исследовательские, конечно, прошли в Соединенных Штатах, потому что он уехал в 30-х годах или в конце 20-х даже из России на стажировку в США, и ему его друзья посоветовали не возвращаться. Поэтому в 1933 году он принял это окончательное решение. И, в общем-то, через 40 лет, в 1973 году, у него была опубликована такая ключевая работа, которая подытоживала фактически все развитие синтетической теории эволюции, которая происходила на тот момент. Вот. И статья называлась «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как все эти теории эволюции». Поэтому я некоторые эволюционные современные представления попробую к клональной эволюции опухоли тоже попытаться применить с некоторыми небольшим количеством практических примеров. Но в целом вот есть такая очень Старая картинка, которую все любят цитировать и так далее. Но мне хотелось бы немножечко рассказать, что она значит. Она, конечно, должна иллюстрировать дарвиновский отбор и то, что выживает сильнейший вот, то есть, некую такую позитивную селекцию клональную, но очень важно, что у нее подписано да, внизу. Значит, в целом, мы все прекрасно знаем, что Опухоли зарождаются, так сказать, в результате каких-то молекулярных нарушений в стволовых клетках самого разного порядка, так сказать, с разной степенью комитированности, И дальше опухоль по современным представлениям моноклональна, ну или почти так. И в общем-то те мутации ранние, которые возникли в самом начале опухоли и прогрессии, они дальше несут, они наследуются всеми клонами опухоли, но в процессе опухоли прогрессии возникают и дополнительные. Эти дополнительные молекулярные нарушения придают какие-то дополнительные свойства, такие как инвазивность, способность к метастазированию и так далее, да. И в какой-то момент, так сказать, опухоль прорывает барьер, начинает метастазировать, клональная гетерогенность ее нарастает. И в общем это чем-то похоже на рост дерева или куста, у которого, так сказать, есть основной ствол, который представляет из себя исходные молекулярные нарушения, и дальше по мере клональной эволюции отрастают веточки все меньшего и меньшего порядка, и в различных участках опухоли появляются дополнительные какие-то новые мутации. Но на самом деле это такая не совсем ä, правильная что ли картина, да, это скорее интуитивная теория о том, что вот у нас все растет из одного семечка, и, так сказать, все разнообразие им порождается, и, в общем-то, наиболее сильные клоны выживают, подавляют как-то более слабых и так далее, и так далее. Вот. Это ну, такая интуитивная теория. Дарвинская теория эволюции на самом деле для современного общества постиндустриального уже стала интуитивной теорией. Я бы хотел некоторую такую популяционную, что ли, окраску придать этой картинке. Вот посмотрите, как с точки зрения популяции это все будет выглядеть. В начале НЕ – это количество опухолевых клеток. Оно, в общем, минимальное. Да, мы начинаем фактически с одной стволовой клетки, в которой возникло молекулярное нарушение. И когда у нас маленькая популяция, то она никакого давления отбора, в общем-то, не испытывает. В ней фактически позитивного отбора нет, и негативного отбора тоже нет. И условно говоря, молекулярные нарушения, которые возникли в клетке, так сказать, ну, прервавшей первичные барьеры, которая начала уже размножаться как опухолевая в ней мутации квазислучайны. Конечно, они каким-то образом ассоциированы с тканевым окружением, с теми участками генома, которые на гистонах накручены, которые расплетены и так далее. Но, в общем, это квазислучайный процесс. И поначалу основным так сказать, параметром эволюционным является дрейф генов. Да? То есть каким-то образом случайно попавшая клетка в измененные условия микроокружения, там она поделилась в сторону базальной мембраны или, наоборот, в сторону клеточного пласта и так далее, она приобретает преимущество. Не из-за своих внутренних свойств, не из-за тех драйверных мутаций, которые в ней появились, а просто даже из-за эффекта ее положения. То есть вначале дрейф генов имеет значение. Дальше вот э, первое такая -э, прямая отсечение, да, где много-много-много синих и, так сказать, начали зарождаться какие-то другие. Здесь уже у нас популяция опухолевых клеток начинает стремиться к бесконечности. Она очень большая, огромная плотность, и фактически здесь начинает работать очищающее действие отбора. Что такое очищающее действие отбора? Ну, его, так сказать, очень хорошо можно наблюдать у микроорганизмов. Вот здесь не зря написана ссылка, да, как у архея, это пелагеобактер убикве. То есть это один из самых распространенных вообще на планете Земля микроорганизмов. Что его характеризует? Что он не потребляет вообще органических молекул, то есть это автотрофный организм, и при этом ему нужно все синтезировать, а геном его состоит всего из 1300 генов. Ну, у приманов их там 22-23 тысячи, да? То есть, в общем-то, микроб, которому все надо делать самому, имеет самый оптимизированный геном. Почему? Потому что из-за огромного объема популяции у него действует очищающая, отбор действует очищающий. Любые изменения, они фактически гасятся всей остальной популяцией, потому что микробные тела вынуждены конкурировать между собой. И вот на этом этапе, когда, так сказать, опухоль растет большой опухолевой массой, у нас скорее работает очищающее действие отбора. Дальше мы видим первая точка очищения. Это начало терапии. Когда мы производим терапию на основании биопсии, да, на основании молекулярного какого-то подхода, то эта терапия направлена на основной клон опухолевых клеток. Потому что понятно, что в биопсию с точки зрения статистики попадут наиболее распространенные молекулярные нарушения, наиболее часто встречающиеся опухолевые клетки, и поэтому первые терапевтические воздействия будут направлены на них. Это существенным образом редуцирует их число. И вот уже среди оставшихся, да, появится возможность у клеток, которые находились под очищающим давлением отбора, возможность клонально эффективно эволюционировать. То есть не будет такого, что сильнейшие клетки как бы растолкали остальных, приобрели какие-то позитивные признаки, новые мутации и начали эволюционировать. Должно произойти какое-то молекулярное... То есть должно произойти, грубо говоря, глобальное вымирание, и после этого снова в результате дрейфа генов какие-то определенные клоны со своим набором мутаций приобретают способность размножаться и представлять из себя основную опухолевую массу. Итак, до смены терапии да, потому что у нас произошел рецидив, началось бурное метастазирование. Смена терапии снова запустит этот процесс. Поэтому на самом деле э, очень важно понимать, что биопсия на каждом этапе принципиально важна первый вывод, который мы делаем из клональной эволюции. Потому что первое терапевтическое воздействие, которое будет направлено на один клон, сделает возможным для клонов, которые мы не видели, для каких-то минорных субпопуляций сделает возможность бурной эволюции в дальнейшем. Да? И поэтому понятно, что мы еще продолжаем лечение, основной клон погибает, но уже кто-то развивается. И фактически, если мы говорим о метастатических больных, то на современном этапе нет возможности исцелить метастатического больного потому что у него достаточно большая клональная гетерогенность, но большинство клонов под очищающим давлением отбора как бы находятся в спящем состоянии, и фактически терапевтическое воздействие открывает для них перспективы с точки зрения дальнейшего роста э, и развития. И здесь мне бы хотелось сформулировать эту мысль еще более четко, что сами по себе мутации, однонуклеотидные замены и так далее, случайны. Было бы большой глупость сказать, что они случайны, что в опухоли что-то происходит хаотически. И у нас есть совершенно четкие молекулярные механизмы, которые запускают тот или иной тип мутационного процесса. Совершенно различные мутации будут при микросателлитной нестабильности, в результате курения, ультрафиолетового поражения или, например, мутации там, полимеразы ДНК-зависимой, ДНК-полимеразы Эпсилон или, так сказать, система АПБЭК. Да, это совершенно разные мутации. Поэтому мутационный процесс квазислучайен. Они запускают эволюцию. Тканевой контекст закономерен. Базовая экспрессия генов в микроокружении опухоли определяет траекторию эволюции системы, определяет ту среду, где она происходит, фактически ограничивает и сдерживает клональную гетерогенность, независимо от появления новых, новых так сказать, мутаций, в том числе и в драйверных онкогенах. Мне бы хотелось немножечко с предыдущим докладчиком пополемизировать, где он сказал, что рак – это какое-то хаотическое деление клеток. Совершенно нет геномы не переходят к хаосу. Они создают динамические системы с фантастически воспроизводимой траекторией клинических стадий. То есть, в общем-то, опухоли проходят всегда один и тот же путь от дисплазии до метастазирования. И эти этапы, они могут там у каких-то опухолей укорачиваться, у каких-то удлиняться, но это фантастически запрограммированная программа, где нет места, так сказать, абсолютному хаосу. Да, это детерминистический хаос, так сказать, ну, в лучшем случае. И посмотрите, у нас крайне малое количество опухолей развивается с той же скоростью, как одной из самых высокоорганизованных систем эмбрион человека. Сколько опухолей может достигнуть 3-4 килограмм за 9 месяцев в процессе своего развития? Очень небольшое количество. Поэтому опухоль оказывается куда более организованной, чем эмбрион, в общем-то, системой. Опухоль детерминированно определяет свою, отрабатывает свою программу, используя древние и очень высококонсервативные механизмы, которые хорошо защищены. Она не может их преодолеть. И это основные функции многоклеточных, да, такие как регенерация, иммунный ответ. Они как раз и контролируют и загоняют клональную эволюцию опухоли совершенно в определенные рамки. Здесь контекст имеет огромное значение. Посмотрите, какое соотношение да, между ограничивающим действием отбора и дрейфом генов. Вот у нас на левом верхнем изображении уротелиальная карцинома – это high-grade уротелиальный неинвазивный папиллярный рак. Да, папиллярный неинвазивный рак high-grade. И фокус микроинвазии. В этой ситуации плотность популяции неинвазивного компонента большая. В ней работает очищающее действие отбора. Совершенно случайно где-то происходит, так сказать, фокус микроинвазии возникает, и вот здесь срабатывает эффект дрейфа генов, потому что совершенно недетерминировано, какие мутации, какие онкогены, онкосупрессоры, да, инактивированные попадут вот в этот маленький кусочек. То есть с одной стороны из популяции, в которой уже действует отбор очищающим образом и не дает, так сказать, мутациям реализоваться фенотипически, да, выпадает какой-то кусочек, где за счет дрейфа генов так сказать, зарождается новая сущность – инвазивный компонент опухоли, и он так сказать, с минимального начинает работать. Дальше у нас возникает уже инвазивный уротелиальный рак, и снова клетки начинают конкурировать между собой, конкурировать друг с другом, и когда он уже вырастает в инвазивный тумор, так сказать, микроокружение начинает играть первенствующую роль в определении канализации так сказать, пути, развития опухолевой ткани. Да? То есть начало инвазии является бутылочным горлышком, где дрейф генов имеет ключевое значение, и, в общем-то, синтетическая теория эволюции работает во всей своей красе. И вот на том этапе, пока опухоль находится опухолевым узлом, в ней происходят совершенно недарвиновские события, недарвиновский отбор. Это очень важно понимать. Приведено описание совершенно конкретного случая мужчина 45 лет с вирусом гепатита Б, с циррозом, у которого гепатоцеллюлярный рак high grade. То есть, казалось бы, но небольшой диаметр, 3,5 сантиметра. Казалось бы, но это должна быть максимально хаотическая система, high grade опухоль, да? Но при этом посмотрите, когда была проведена тщательнейшая микродисекция, было посмотрено, что там творится с мутациями. Первое, преобладали существенным образом не синонимичные мутации. Их было значительно больше, чем несинонимичных. И основное количество несинонимичных мутаций было сосредоточено меньше, чем в 100 клетках. То есть, когда клетки в солидной опухоли конкурируют между собой, очищающие действие отбора действует максимально сильно. Возникшие новые мутации не могут себе пробить дорогу, так сказать, в жизнь, как бы какой бы силы они ни были потому что клетки очень существенно конкурируют за ресурсы и за все остальное. И вот те замечательные дарвиновские картинки, где побеждает сильнейший, они фактически относятся к жидким опухолям. Преимущественно они относятся к лейкозам, где нет конкуренции клеток между собой, где фактически они находятся в гомогенной с точки зрения питательных веществ среде, у них нет права-лево, они, так сказать, свободно, не конкурирующие развиваются и занимают максимальную площадь. Да? Но в солидных опухолях где, нахо... где происходит существенная конкуренция, отбор не дарвиновский, и мутации не могут себе пробить дорогу, поэтому у нас должно произойти какое-то событие. Либо должно произойти метастазирование и колонизация нового сайта, либо, соответственно, у нас должно быть терапевтическое воздействие, которое за счет дрейфа генов существенно изменит баланс между клонами с разными мутациями, и какие-то из них приобретут свое будущее». Все солидные опухоли, да, вот еще раз, так сказать, подытоживая это дело, они не мигрируют, клетки находятся на месте, конкурируют в основном между собой, и поэтому новые мутации не дают им, так сказать, преимуществ в борьбе за существование, и генетическая гетерогенность не проявляется во всей красе. С другой стороны, когда начинается метастазирование, то срабатывают Совершенно другие эволюционные механизмы, и один из таких классических примеров, да, все-таки меня просили практическое какое-то применение показать клональной эволюции, оно как раз видно в современнейшей иммунотерапии. Какая была исходная идея? Исходная идея иммунотерапии заключалась в том, что, например, если мы рассматриваем рак легкого как модельную систему, то у нас в определенном количестве опухолей есть драйверные мутации, и мы эффективно там боремся, клональная эволюция низкая, и мы эффективно боремся с этими опухолями таргетной терапии. С другой стороны, у нас есть рак легкого курильщиков мелкоклеточная это часть плоскоклеточного рака, часть аденокарцином курильщика, где нет драйверных мутаций, где огромная мутационная нагрузка, большая клональная гетерогенность, много неоантигенов, Иммунная система замечательно распознает эту опухоль как чужеродную, но какие-то механизмы, так сказать, включились в опухоли защитные, и опухоль смогла преодолеть давление иммунной системы и вырасти в какую-то симптомную опухолевую массу. Если мы имеем больных на третьей Б или четвертой стадии немелкоклеточного рака легкого, то никакое оперативное лечение уже не сможет с этим справиться, и мы вынуждены применять к ним системное лечение. Химиотерапия не очень эффективна, но, в общем-то, если мы применим подходы, иммунная этой система их распознала, это же опухоль с высокой мутационной нагрузкой, да, если мы применим к ним иммуно-онкологические подходы, то есть снимем шоры с глаз иммунной системы, и она сможет полностью реализовать свой токсический потенциал, то это должно быть хорошо. Что мы видим в ранних клинических исследованиях, которые были опубликованы в 2016, 2017, 2018 годах по второй линии терапии 3-й, 4-й стадии немелкоклеточного рака легкого, да, с помощью монотерапии иммуноонкологическими антипеди, антипедиэл препаратами. Фактически мутационная нагрузка как основной фактор потерпела неудачу. И посмотрите, вот у нас красным, это обозначено красным левым таким овалом, обозначено, где много мутаций, мало PDL1, да, то есть мутационная нагрузка в чистом виде здесь присутствует. У нас, так сказать, очень небольшая частота объективного ответа. Почему и вообще даже было сформулировано такое мнение, что как бы ни оказалось так, что для метастатических больных мутационная нагрузка это фейковый тест, который, в общем, почти ничего не показывает. Потому что, судя по всему, в опухолях, которые прошли первую линию терапии то есть, где, в общем-то, был фактически уничтожен основной опухолевый клон, да, и у них появились перспективы для того, чтобы большая клональная гетерогенность, которая накоплена под спудом, реализовалась уже в клинически значимые очаги. И если после первой линии терапии опухоли прогрессировали, то значит у них как бы выпустили джины из бутылки, клональную гетерогенность выпустили наружу. Что у них, скорее всего, скорость клональной эволюции опухолевой ткани в разных метастатических очагах будет превышать скорость клональной эволюции противоопухолевых цитотоксических Т-лимфоцитов. Поэтому опухоли, у которых низкие уровни, там PDL1 и так далее, да, а высокая мутационная нагрузка, иммуноонкологические препараты оказывают маленький эффект на очень небольшую прослойку больных. Потому что клональная эволюция опухоли обгоняет клональную эволюцию Т-лимфоцитов. Поэтому на самом деле, какой-то здесь ключевой вывод вот из этой истории. Иммунотерапию нужно переносить в первую линию. Тогда она будет совершенно по-другому работать. Почему? Химиотерапия будет уничтожать или таргетная терапия, основной клон да, с ведущими генетическими нарушениями. И она откроет для остальных минорных клонов возможность для бурного роста и размножения. Если иммунотерапию, которая потенциально может закрыть ну, почти все клоны опухоли, перенести на первый этап, процент больных, у которых будет клональная эволюция Т-лимфоцитов, догонять клональную эволюцию опухолей, будет раза в два больше. И последующие исследования, когда в первой линии терапии иммуноонкологические препараты даже в монорежиме стали применяться, показали приблизительно вдвое большую частоту объективных ответов и куда большую эффективность терапии. Да? То есть этот подход сработал. Очень важно понимать, что в опухоли действует очищающий отбор, так сказать, действует очищающий. И нам важно понимать тот первый удар, первый как бы ну, удар катаной да, по опухоли, чего он отсечет. И выбирать ту терапевтическое воздействие, которое максимальное количество клонов отсечет первым ударом, потому что то, что останется, то, что выживет, будет очень быстро эволюционировать. И оно будет как медуза горгона. Да, у него сразу появится много голов. Оно будет очень разнообразным. Вот это та история, так сказать, тот вывод, который я делаю из сопоставления принципов, так сказать, теории эволюции с живых организмов, да, из популяционного подхода с клональной эволюцией опухоли. Ну и, конечно, дальше, так сказать, вот самые свежие истории – это перенос иммунотерапии в неоадюван. То есть тогда, когда опухоль исходно маленькая. Это первая, вторая, третья А стадия. То есть когда даже количество клонов, которые находятся под спудом, у которых будет какой-то потенциал, оно, так сказать, ну, минимальное. Да? И, судя по всему, те первые данные, которые второй фазы исследований показывают, здесь у иммуноонкологии будет самый большой эффект, потому что здесь-то уж точно мы можем быть уверенными, что у подавляющего большинства пациентов клональная эволюция Т-лимфоцитов будет идти гораздо быстрее, чем клональная эволюция опухолевых клеток, ну, которых еще, так сказать, просто физически мало и много агрессивных мутаций просто еще не успели в этих опухолях произойти. И на самом деле, не осознавая того, человечество достаточно долго, несколько лет шло к этим подходам, обосновывая совершенно другим а в основе лежало непонимание, в общем-то, реальных эволюционных процессов, которые происходят как в популяциях организмов, так и в популяциях опухолевых клеток. Ну и, в общем-то, выводы эти, я думаю, что можно будет прочитать. Не очень, так сказать, хочу я на них останавливаться. Спасибо за внимание.